Честно говоря, в эту игру ли я раньше не играл? Язык тут можно, интересно, изменить? Наверное, можно. Ага. Русский, конечно же. Но идет он у меня замечательно. Так. Hard Reset. Hard Reset. Называется. Так. Давай побольше. Еще разрешение экрана нельзя настроить. Ну ладно. Посмотрим, что за игрушка-то. Новая игра. Выживание даже есть. Новая компания. Низкий, средний. Давайте высокий, мы же умеем в стрелялочки играть. А если не умеем, то научимся. January 17, 2436. Sector 6. European District, Bazaar City. Someone join me after the shift is over. I don't like to drink alone. Most of the days are like this. I'm a proud soldier of the corporation. Others like me are made by the PR department to be sentinels of the sanctuary, the defenders of Bazaar. Amusingly, I do it for the money. We defend the sanctuary, a network that holds billions of digitalized personalities of human beings. The machines are our enemy. The corporation's eggheads proposed a theory implying the existence of an unsurpassable evolutionary limit of the current AI. The sanctuary is the possibility of the machines to break this limit. HQ. Sector 6. Multiple casualties. Send backup. Impossible. These readings. For fuck's sake, are you blind? At least 7 dead. No visual contact with the enemy. Roger, CLN-16. Incident location, Sector 6, European District. All units, code red. Regroup on CLN-16. CLN-16. Conduct an area recon. Just don't go postal, Fletcher. Конечно же, мы не полезем, да? Конечно, мы полезем. Опа, на. Ух ты. Время игры. Кофе наружу. Ну ладненько. Веселенькая игрушка, видимо. О. Ну что, опыт получаем еще? То, что ничего не делаем. Кстати, у меня тут тайничков куча. Угу. Меня наговоришь. Что-то выпало. Или это ничего не считается. Подобрать нельзя, значит. А жаль, а жаль. Ну я понял. Ну давай стрельнем, раз настаиваешь. Ей. Так, один патрон своего потратил на эту херню. О! Сейчас будет все ухо. Да ведь? Да. Ты. Хм. На кого напали? Как перезаряжаться, блин? Или чё? Ну ладно.
Понятно, говоришь. Может, тут секретик? Не, нету. Вроде бы. Ну ладно. Враг. Хер там. Да вот это попробуем. Вот так. Еще вот так вот тайнички у нас открываются. Это не берется, да, значит. Ну ладно. Не точно оружие, однако. Сюда бежит гондон. О как. Давай. Это называется высокий уровень сложности. Ну, хотя обучение сейчас пока. Зелененькие это походу хпшки. Но они нам не нужны пока. Давай F1 все-таки возьмем. Ох ты. Ну, удобненько. Тут, видимо, обоим нету. По крайней мере, пока что. Все чисто ганом. Возможно, раньше это была популярная игрушка, но она пришла мимо меня как-то. Ну ок. Опа! Хер там. Опа! Кажется, я понял эту херню. Молоденько. Будем знать, опасный соперник. Как отключать? Олик? Далеко. А, это здание. Ну ок. Ешка, значит. У. Погодь, погодь. А как это взорвать? О. Норм. Бабло. Баблишка. Такие уж тайные тайники пока что. Анархия. Я за вас. Чё, тут прям купить можно? Хе-хе. Прикольно.
сюда можно вызвать шлюх. Что у нас тут? Да ничего. Ну такой довольно-таки поколенийный шутер. О, слишком много. Ну, блин. Мощные ребята. Ничего не скажешь. Бабло. 200 рубликов целых. Это, кстати, тоже. Это, как сказать, оружие. Кстати, так я не понял, у них особый рыжий монет, что ли? Источник питания. Нет? Нет. Источник питания где-то там. Ну, оп. Пошли туда. Что тут у нас? О, вижу. Вижу добычу. А, отлично. Пока что не такие уж тайниковые тайники. Так. Чё-то я не пойму. Серьезно. А где источник-то? Опа-на. Аккуратнее. О, блин. Так. Что я упустил? Бабло. Это раз. Так, ну давай взорвем. Нам поможет? Как сюда пройти, а? А? Так вот, что ли? Ну давай вот так вот. Блин. А, вот он. Фу, блин. Ну я тупень. Подождет. Подожди, что это, во-первых? О, вот откуда Dead Space-то спер все. Очень похоже, кстати. Два уши. Что можем ушить? Дровик. Автомат. Прикольно. Сколько это стоит-то хоть? Гранатомета у нас нет. А, это другое. Что у нас? У нас разрядник, по-моему. Хотя фиг поймешь. И снаряжение чё? Сканер, первая помощь. Индинсатор, что ему дает? Максимальный боезапас, давай увеличим. А сколько стоит, так не сказали. А, все что ли? Это не то, видимо. Не то, что я подумал. Ну ладно. Фиг ли нам. Ну, понеслась дальше. Боезапас здесь сильно повысился. Бабах. Кшончик, кшончик. Что сказать еще? Старый добрый кшончик.
вот это да, вот это начало. Так, главное не останавливаться. Двигаются они не быстрее меня. Это радует. Ох ты, блин. Скоро патроны-то кончатся. Попался, смотри. Не нарывайся, говорили они. Да, блин. Отлично. Да блин, все прут. А пошел бы ты, а. О, что-то новенькое. Опа-на. Один остался. Фу, сдюжили. Да, нет, не... Так, два. Возможно, по рукам стоит атаковать. По конечности. Такое ощущение. Для ты... Оп, по-моему, это имеет значение. Да блин, оба-на. Мы с этим разобрались. Алгоритм несложный. Действует. Ну, а вот и все. Стенчик сегодня не такой уж крутой. Фу, бабло. Бабло. Как же мы без бабла? Отлично. Давай усовершенствуемся. Основную пушку. Так, оптический прицел. Это что у нас лучше? Подожди. Скорострельность. В нашем хаотичном мире это круче, наверное, но я люблю точность. Давай точность. А, и все, что ли? Серьезно, и все. Ну ладно. Че у нас там? Понеслась. Опа-на. Сейчас прыгать будем. Ух ты! Ну понятно. Гондоны. Ну, хорош. Free medical exam. Don't you want free stuff? Please select free gift card. Б.
Я думал, медицина поможет, нет? Видимо, не поможет. Ну ладно. Офигеть. Ох ты, блин. Проблема, проблема. Ходящая бомба, блин. Ну да ладно. И все. Ну клево че. Ха-ха, я ваш шар, оказывается, еще. Ну ладно. Ничего, один тайник не обнаружил. Такие дела. Have the CLN track the source of the signal. CLN 16, plant tracking devices. Make sure our system receives the correct data feed. Sure. Nerd is my middle. You could have shown your soldiering while on patrol, Major. The patrol during which the machines breached the barrier. Name. My first is yes, sir. HQ. The media just announced the number of casualties in Sector 6. 760 dead. I would call it a medical miracle. Our PR department resurrected about 1,000 souls. Cut it, Fletcher. Ну вот так вот. Такая вот игрушка. Такие дела, вот такой вот первый взгляд. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Репостите этот видос. В общем, а если хотите увидеть новые выпуски и прохождения, то пишите в комментариях. С удовольствием пройду эту игру для вас. Ладно. Всем пока-пока. До новых встреч.